Всем привет! Мы рады приветствовать вас на канале «Привет семье». А вы когда-нибудь пробовали красную маринованную капусту? Давайте приготовим! Сначала готовим рассол. Наливаем в кастрюлю литр воды и кладем туда 2 столовые ложки соли, полстакана сахара, полстакана уксуса и полстакана растительного масла. Все хорошо перемешиваем до полного растворения соли и сахара. Даем рассолу закипеть. Как только он закипает, снимаем с огня и даем остыть. Пока рассол остывает, подготовим продукты. Чистим чеснок и режем его на пластинки. Острый перец держим за хвостики и нарезаем колечками. Свеклу нарезаем тонкими дольками. Капусту нарезаем крупными кусками. Теперь берем банку, ведерко, любую емкость с крышкой, в которой вы будете мариновать капусту. И укладываем туда капусту как можно плотнее. Мы будем укладывать все слоями. Сначала идет слой капусты, плотно-плотно ее туда укладываем. Затем мы кладем свеклу, чеснок и острый перец. Чем больше острого перца вы положите, тем, соответственно, будет острее ваша капуста. Затем опять мы выкладываем слой капусты, плотно-плотно выкладываем капусту, прям утрамбовываем. И затем снова мы будем класть свеклу, чеснок, перец и так слоями до конца вашей банки, до конца вашей емкости, пока не уложите всю капусту, все продукты в банку. Теперь заливаем нашу капусту остывшим рассолом. Накройте капусту крышкой, но не закрывайте плотно и оставьте на кухне на 6-7 часов. Через 6-7 часов плотно закройте вашу банку крышкой и поставьте в холодильник на 2-3 дня. Через 2 дня достаем капусту из холодильника. Посмотрите, какая красота у нас получилась. Свекла придала капусте красно-розовый цвет. Капуста получилась хрустящая, сочная, вкусная. Вот по такому простому рецепту у нас получилось такое красивое и вкусное блюдо. Обязательно приготовьте его своим близким. Вы не пожалеете, им обязательно это понравится. Если вам понравился этот рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Всем пока и привет семье!